Уважаемые земляки, граждане Свердловской области и Екатеринбурга, мы ваши клиенты, и мы просим вас не поддерживать сегрегацию в плане QR-кодов и ведения принудительной вакцинации. Мы просим вас для того, чтобы посещать ваше же заведение, чтобы вы не теряли в прибыли. Настоятельно просим вас присоединиться и не молчать. Мы, жители Екатеринбурга и Свердловской области, против организации каких бы то ни было зон. Как красиво их сейчас любят называть наши власти, чистые зоны или зоны, свободные от ковида. Куда, по-видимому, будут пускать людей вакцинированных, то есть, по мнению властей, чистых, где будут отказывать людям нечистым или, попросту говоря, изгоям. Это сегрегация и фашизм. Как бы ни пытались это оправдывать или красиво называть по-другому. Мы хотим предупредить. Нас много, нас большинство. И если вы не прислушаетесь к нашему мнению, нашим требованиям, мы будем вынуждены объявить вам бойкот. Бойкот всем, кто поддерживает это античеловеческое разделение людей по принципу привит-не привит. Присоединяйтесь. Мы с вами на одной стороне.